Приветствую вас, уважаемые телезрители. Вы слушаете и смотрите программу «В какое время?». И сегодня наша тема будет, я надеюсь, для всех наших телезрителей интересной. Говорить мы будем о музыке, о восприятии музыки и какую долю в нашей жизни занимает эта же самая музыка. А начать я хочу нашу телепередачу, как всегда, со Святого Писания. Читаю Псалом 5 начальнику хора «На духовных орудиях». Псалом Давида. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли глазу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану перед Тобой и буду ожидать, ибо Ты, Бог нелюбящий беззаконие, у Тебя не водворится злой». Хочу представить наших сегодня гостей. У меня сегодня в студии певец и композитор Роман Джулай. Приветствую вас, Роман. А также профессиональный преподаватель пения и музыки Виталий Гулегин. Приветствую вас, Виталий. Дирижер хора и симфонического оркестра «Светлый миг» Владимир Мохов. Приветствую вас, Владимир. Приветствую. И начинаешь программу. Хочу начать с такого вопроса. Вот как вы считаете, вот я обращаюсь уже, наверное, вот к Владимиру, дирижеру хора и симфонического оркестра. Как вы считаете, Владимир, на ваш взгляд, первые христиане, они пели? Вот насколько в их служении было важно пение? Как вы считаете? Вот... Ну, я думаю, что здесь как бы не надо ничего считать, потому что у нас есть Библия, у нас есть Евангелие, мы там можем прочитать, что даже со времен Христа, то есть уже люди пели, и там, то есть у нас написано, что воспевший Христос с учениками пошел на гору Елеонскую. Это первое, говорится, одно из первых упоминаний о том, что первые христиане уже пели. Вот, допустим, второе упоминание – это апостол Павел и Сила, они, когда находились в темнице, они тоже пели. Вот, и темничные стражи, и в том же, значит, они, то есть, покаялись, люди, в общем-то, обрели Бога, тоже, то есть, они пели. Они пели, и Писание учит нас, Евангелие учит нас, что кто из вас имеет псалмы, там что-то сказать, или пророчество, или еще что-то, то есть, пойте. Первые христиане, они вообще, когда, допустим, собирались в катакомбах, там, да, в Риме, они, когда приходили на служение, они все что-то имели. То есть каждый приходящий на служение имел, кто имел стих, кто имел псалом, кто имел какое-то слово, то есть все участвовали. Ну, Владимир, насколько вот вы это говорите, можно сказать, это подтверждено документально, исторически? Документально, да, документально, исторически, то есть на стенах катакомб, в принципе, обнаружены некоторые письмена, вот, обнаружены некоторые слова из тех псалмов, что они пели, то есть это сейчас многое утеряно, но история нам рассказывает о том, что они пели, и причем, я говорю еще раз, что не только пели, но каждый из них, приходящий на служение, имел что-то. И не было такого, что, допустим, люди пришли на служение и сидят слушать, кто же им споет или кто же им расскажет. То есть каждый человек мог встать, выйти и сказать, что я хочу спеть или я хочу стих рассказать. То есть не было такого, что кто-то должен рассказывать, а кто-то должен слушать. То есть каждый, приходя на служение, что-то имел. Это не, можно, не конечно, развивая эту мысль, сказать то, что основы, конечно, христианского пения, это не только они идут у нас, вы прекрасно знаете, от Христа. Они заложены были гораздо раньше, начиная с Ветхого Завета, Давидом и до Давида, и после Давида, когда основывался храм, это ставилось уже на такой профессиональный уровень, когда храм был построен Соломона. Поэтому вот это поклонение Богу в пении, оно было заложено в Ветхом Завете. И то есть было, когда человек узнал Бога, я думаю, его сердце возликовало, и он начал петь. Я бы хотел, момент. Да, в дополнение себе и Виталию, вот как бы тоже два места таких, знаете, интересных и параллельных. Я не думаю, что о них много рассуждают, но я бы хотел сделать небольшую параллель, то есть то, что мы сейчас вот об этом говорили. То есть в книге Второзакония, в 31 главе, в 19 стихе мы читаем так. «Итак, напишите себе слова песни сей и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песня сия была мне свидетельством на сынов Израилевых». То есть уже со Второзакония мы читаем, что «Итак, напиши себе слова песни сей и научи ей сынов Израилевых». То есть мы, говорится, когда мы поем в храме, мы не просто поем, мы должны научить наших детей, наших сынов и вложить им пение. То есть не просто мы должны петь, мы должны вложить, потому что пение, оно должно передаваться из поколения в поколение. А параллель моя вот с таким местом.
Книга Иисуса Навина, все мы ее знаем, да? Первый стих, восьмая, первая глава, восьмой стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». То есть, видите, то есть большая параллель, что Библия, мы должны, она у нас должна не отходить, мы должны поучаться в ней, чтобы точно знать, точно исполнять. То же самое с пением. «Итак, напиши себе слова песни сей и научи ей». То есть все это параллельно. И Библию мы должны изучать, и пение то же самое. Не просто так петь. Мы должны изучать, мы должны влагать нашим детям, мы должны научить их петь. Ну вот давайте сегодня как раз таки об этом поговорим. Вот как научить сегодня вот наших детей, да и самим научиться петь. Вот что важнее в пении сегодня, вот я обращаюсь к Роману, он и композитор, и певец. Ну я бы хотел прежде всего напомнить о том, что когда мы были еще жили в бывшем Советском Союзе, то, допустим, говоря непосредственно обо мне и даже о Володе или же о других участниках нашей передачи, каждый из нас прошел определенную школу. Допустим, я тоже, когда учился в школе, музыкальной школе, нас учили любить музыку. Нас учили любить классику. И если вопрос говорит о современной молодежи, то я скажу просто, они не научены любить, не научены любви. И просто, если бы мне задан был вопрос о том, что мы можем сделать сейчас, это научить любить. Научить любить просто, почему? Потому что классика, я считаю, она будет жить вечно. Просто человеку нужно просто научить его любить. Ну вот научить любить классику сегодня это очень важный момент, потому что, насколько я знаю, даже к своему сыну обращался, я говорю, вот, слушай классику. Он, папа, это скучная музыка. Я говорю, ну как скучная, ты научись ее слушать. Вот как научить, чтобы эта музыка была не скучная для молодежи? Дело в том, что то, что слушает сейчас наша молодежь, то, что слушают наши дети, это в какой-то степени мы должны понимать, это в какой-то степени отражение тех звуков, к которым они привыкли. Жужжание там, мотора, дребезжание там, трамвая по рельсам. И вот эти все звуки, которые нас окружают, вот эта технократия, которая нас окружает, она в какой-то степени обучает наших детей вот этим звукам. А то, что она даже не обучает, оно впитывается в нас. И поэтому очень сильно молодежь имеет большое стремление к современной музыке. Но в то же время я знаю прекрасно, когда многие делают свадьбы, бракосочетания, и вот именно сам момент бракосочетания, почему-то даже самые крутые такие музыканты, там, эстрадные, и самые крутые любители эстрадной музыки, может быть, или такой жесткой, может быть, технократической музыки, они почему-то говорят, нет, нам надо вот такое. Да, нам надо или Мендельсона, или классическая музыка, или даже мягкая игра на гитаре. Вот почему-то люди интуитивно внутри они возвращаются к тем истокам, что требует действительно наша душа, которая сотворена нашим Богом, и она как раз к этому стремится, и люди к этому стремятся. И для того, чтобы дети, наша молодежь начала воспринимать это, конечно, для этого нам надо аккуратно, потихоньку, просто с детства обучать детей музыке. Когда ребенок с детства обучается музыке, когда он развивается, даже если он развивается на основах, пускай даже эстрадной музыки, но чтобы эта эстрадная музыка была правильной, если возможно, мы, может быть, вернемся к этому вопросу. Какая музыка может быть правильная с точки зрения церкви и духовности, и какая музыка неправильная, если можно, потом мы, может быть, коснемся этого вопроса. Но и чтобы они понимали, конечно, если они с детства учатся, как сказал брат уже, то они, конечно, тогда впитывают эти звуки. Они слушают музыку, они ее впитывают. И потом они понимают эту музыку. Совсем недавно такой случай был. Мой близкий знакомый, молодой человек, он был в церкви и сказал, мама, мне так понравился хор, мне так понравился орган. А он вообще такой мальчик, который играет очень хорошо на ударнике. И он раньше настолько не воспринимал классическую музыку, но сейчас он, когда в церкви было, как бы вместе была звучала и та музыка, и другая музыка, и очень на хорошем профессиональном уровне, сказал, мама,
его потрясла эта музыка. Потряс орган, звучание органа, и потрясло звучание хора, которое было после этого органа. Угу. То есть вот это реальный пример, когда ребенок вот на твоих глазах, он растет. Растет интеллектуально, растет музыкально, растет духовно. Поэтому мы, конечно, должны стремиться именно обучать наших детей музыке. И приблизившись к селению, куда они шли, и он показал им вид, что хочет идти дальше, но они удерживали его, говоря. Добавить коротко о реальном примере или реальном о том, что действительно, вот, допустим, я детей своих стараюсь учить, и, допустим, и оно получается своего рода не целенаправленно, а даже косвенно. Они слышат музыку, они слышат, как и я пою. И просто они говорят: папа, включи, пожалуйста, вот тут твою песню. Папа, теперь включи вот эту песню. Или же они в течение дня ходят и просто поют песни, которые я пою. Да. Ну, понятно, это дети, они, конечно, стараются копировать своих родителей. Но, опять же, я хочу обратиться к нашему вопросу сегодня, да, как научиться понимать классическую музыку. Знаете, в американских серьезных учреждениях, учебных учреждениях, академиях военных, где готовят, можно сказать, элиту общества, их вот приучают слушать именно классику. И им говорят, что вы должны ходить на концерты, вы должны понимать классику. И элита, именно вот мировая элита, да, они считают, вот когда они уже научны, да, когда они уже, как говорится, заканчивают какие-то такие вот серьезные, очень престижные учебные заведения, они уже относятся к жизни по-иному. Это в то же время дает более того статус понимания, можно сказать, мироздания. Да? Вот если мы слушаем Баха, то мы понимаем вот именно само мироздание, да? Когда звучит органная музыка, да? Мы чувствуем вот именно вот это движение небес, движение облаков, каких-то вот грозовых туч. Это понимается, это чувствуется, что это небесная музыка. Пение птиц. Да, пение птиц, что-то такое, да. И мы понимаем, даже что... Даже шум океана. Да, да, да. Это все отражение. Сегодняшний, допустим, вот мы, допустим, возьмем какие-то такие вот эстрадные песни, да, но эти песни, они очень такие вот приземленные. Можно даже сказать, вот я не знаю, как вот, допустим, мои ощущения, да, когда я был еще действительно вот в своей молодости, ходил на концерты, и тоже я увлекся как-то вот такими серьезными вещами, как метал. И мы как-то ходили, вот, слушали музыку это на концерте. И я как-то себя поймал на мысли, что я нахожусь где-то, вот, где-то в каком-то месте ада, да, где все гремит, где все грохочет, и вот эти там бесовские силы исполняют вот эту музыку. И я понял, что действительно это бесовская музыка. Она ведет именно к тому, что разрушает твой дух, твою душу. Вот как донести сегодня молодежи, что молодежь, вот вы слушаете такую музыку, вы же вот разрушаете себя изнутри. Слушайте небесную музыку. Понимаете небесную музыку, но не стремитесь к этой вот именно музыке, которая ведет вас в ад, глубины сатанинские, понятие вот именно вот этих вещей. Сегодня я вот хотел бы опять же обратиться к нам, ко всем, да, и к вам, уважаемые телезрители. Подумайте и сейчас, вот осмыслите, вот что слушают ваши дети, что слушаете вы, да, насколько ваше вот именно состояние души близко к той или иной музыке. Ты совершенно правильно говоришь, вот именно ты задавал вопрос, как научить. Как научить наших детей? Я думаю, что в первую очередь мы должны это обратить внимание в наших церквах. Потому что мы не можем контролировать ребенка, допустим, когда он надел наушники и что-то там себе записал и что-то слушает. Но мы очень можем внимательно подходить к той музыке, которую мы используем в церкви. И та же эстрадная музыка, та же различная музыка, которая у нас звучит в церкви, она может быть духовной, она может приносить пользу слушающим и в церкви, и в то же время может действовать разрушающе. Даже иногда может хоровая музыка действовать разрушающе, она может быть не духовна. И одно из моментов, допустим, ну как бы к примеру, мы продолжим дальше потом, к примеру, допустим, то, что сам звук музыки.
Если вы включите хор на огромную громкость или симфонический оркестр, да, Володя, то я представляю, если громадный звук пустить, ну просто людей это выдавит из зала и все. То же самое, другие критерии, которые обязательны при исполнении музыки, они всегда используются и всегда принимаются во внимание профессиональными, даже неверующими певцами, даже неверующими исполнителями. Тем более в церкви мы должны руководствоваться нормальными критериями исполнительства и восприятие музыки, ну, уже не говоря о других критериях. Да, но видите, опять же, вот мы говорим, да, сегодня о музыке, да, именно ее восприятие и о том, вот, как она может влиять на человека. Ну, вот сейчас, в данном моменте, действительно, это, можно сказать, технический момент, да, именно то, что музыка может разрушать не только духовную структуру человека, но и физически, да, то есть конечно. Разрушает его и наносит ему вред. Но, опять же, я вам говорю, что хочу сказать, что сегодня действительно очень серьезные наш сегодняшний век технический, да, прогресса и компьютеров и так далее. Сегодня уже есть действительно научные исследования серьезные на то, как влияет музыка, как влияют те или иные ритмы на сознание человека, на подсознание. И сегодня люди, которые профессионально поют, исполняют какие-то песни, они эти все моменты знают. И действительно, я вам скажу, что заметно, что люди иногда даже вот используют подсознательный рефлекс, можно сказать, да, который воздействует на человека. Это будь то ритм, да, это будь то какой-то ритмика, меняющаяся ритмика, да, это вот звуковое влияние, то есть некоторые певцы говорят конкретно, значит, здесь звук дай побольше, здесь поменьше, то есть сначала давай тихо, а потом наконец дай такой звук, чтобы, как говорится, это было, все рушилось вокруг, ну и так далее, то есть некоторые даже музыканты ломают гитары, это имеется в виду, там бьют их об сцену, ну тоже, ну, это, да, понимаете, все взрывается, нету, ну, думаю, надеюсь, что этого не будет, да, но опять же, мы к этому, как говорится, сегодня кто его знает, мы все-таки протестанты, да, один мой знакомый сказал, что вот протестанты на протяжении всего своего жизненного пути все время против чего-то протестуют, и все время они, как говорится, экспериментируют. И вот у них из-за этих экспериментов происходят не очень-то хорошие тенденции. То есть тенденции того, что вот было раньше, да, забываются, а они все время идут вперед, 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 и все время что-то новое, новые какие-то веяния и так далее. Сегодня же есть рэп христианский, да, вот вы, Виталий, сказали, да, что музыка церковная, она должна быть такая. Но опять же, если есть какая-то эстрадная музыка, есть там слова, можно сказать, о Христе, о Боге, значит, она христианская. Но я вот не могу себе представить вот звучание рэпа, да, даже если он христианский. Да, это хулиганская музыка. Это музыка чукчи, который то, что видит, то и говорит. Я вообще не понимаю этих веяний моды, да, которые сегодня приносятся в церковь и которые сегодня в какой-то степени очень популярны среди молодежи. Я помню, на каком-то молодежном служении я был, и вот один молодежный певец вышел и начал петь вот рэпом. И весь, вся молодежь так ему зааплодировала, засвистели, зашумели. Какой молодец, он рэп поет христианский, как это замечательно. Ну и сейчас я на радиостанциях на некоторых тоже слышу исполнение песен вот в этом стиле рэпа. Да, ну я думаю, что здесь утеряна сама вот эта вот линия, сама нить, в общем-то, нашей христианской песни. Потому что вот Роман, к примеру, сказал правильно. То есть я хочу, допустим, вы знаете, когда берут каких-то поэтов великих, там, допустим, там Пушкин, Гоголь и прочее, рисуют их древо генеалогическое. То есть от чего же он такой умный взялся? И откуда у него такие стихи, и почему он вообще родился, откуда он взялся? То есть в христианстве тоже очень важно вот иметь, ну, к примеру, такие вот деревья. То есть очень важна преемственность поколений. То есть с чего человек, то есть начал, к примеру, вот Роман, да, у него пел отец, писал произведение, он слушал его песни, он принял оттуда что-то, что нужно для христианства, он поет сегодня. Сегодня он сказал, что его дети говорят: папа, включи нам ту музыку или ту музыку. Получается, что если у нас в христианстве есть какая-то преемственность поколений, то мы можем соблюдать, мы можем исполнять, мы можем вести нашу христианскую музыку очень ровно вперед и без лишних колебаний. Что у нас творится сегодня? При тех больших покаяниях, что были в России, что были у нас, приходит много людей из мира. У них за плечами нет ничего. Их ни папы не пели христианские музыки совершенно, они приходят со своим багажом. Они принесли нам, допустим, рэп, рок в церковь,
И у них это нормально, у них это все окей, потому что они другого не знают. И мы, к сожалению, культура, да. Да, мы, к сожалению, это принимаем, вместо того, чтобы, говорится, принимать то, что пели наши родители, может быть, немножко менять, говорится, с веянием времени, менять что-то там. Потому что, допустим, Роман, да, он поет и песни своего отца, он поет и свои песни. Его песни немножко измененные в связи со временем, где мы живем, когда мы живем, немножко измененные, немножко переделанные. Но все равно они идут, как говорится, в унисон с тем пением. То есть он взял то и несет здесь, и мы это слушаем, у нас это нормально. Пусть он поет с теми же ударниками, с теми же гитарами, но это наша христианская музыка. Он взял из тех богатств, он просто, как говорится, немножко обделал со временем и несет сюда. Хочу сейчас вас прервать, да, уважаемые наши гости. Хочу сейчас нашим телезрителям предложить как раз-таки песню в исполнении Романа Джулая. Давайте посмотрим и послушаем вот то, что поет Роман Джулай. Прощай, когда на сердце камень ляжет тяжелых, незаслуженных обид. Когда недоброе твой друг скажет и в гневе друг надолго замолчит. Пусть сам Господь прощать тебя научит, свое смиренье сердцу подарит. С враждой непримиримою разлучит, с любовью навсегда соединит. Когда безумной злобой ослепленный народ на древе Бога распинал. Христос любви и милосердия полный, грехи его прощая умирал. Не знал никто такой жестокой боли, от злых насмешек, лжи и клеветы. Как Божий Сын, когда в земною доли он шел на крест, чтоб грешный мир спасти. Если носишь ты святое имя и по его стезям совершаешь путь, люби людей, как он любил отныне, всегда во всем ему подобен будь. Пусть дивный свет небесного учения с тобой идущих рядом озарит, и даст им Бог такое же прощение, и все грехи из сердца удалит. И даст им Бог такое же прощение, и все грехи из сердца удалит. Уважаемые телезрители, итак, вы посмотрели замечательное исполнение Романа Джулая, песни «Прощай». Но вот скажи, Роман, все-таки вот мы до того, когда смотрели ваше вот это исполнение песни, да, мы говорили на тему влияния музыки на молодых людей, на нас тоже в том числе. Вот именно вот эти модные веяния, которые сегодня приходят в церковь, насколько вот они сегодня, ну вот, можно сказать, опасны, да, в христианстве, или же, может быть, они не столь опасны, или вот как можно этому противостоять? Вот как вы считаете, вот в чем упущение сегодня нас, христиан, почему все больше и больше мы, вот протестанты, идем по пути того, чтобы церкви, ну, превращались больше в какие-то такие вот театральные подмостки или что-то еще такое, исполнение эстрадных песен преобладало в служении? Вот как вы считаете, вот ваш взгляд? Но я хочу сказать о том, что существует такая прекрасная фраза о том, что истина остается неизменной, а методы меняются. И просто, знаете, говоря вообще о музыке, если немножко отойти в сторону от, скажем, музыки, которая в церкви, от церковной музыки, хотя наша передача посвящена
скажем, церковной музыке, но говоря просто вообще о музыке, христианской музыке, я когда посещаю различные церкви в других городах, в других штатах, то иногда меня перевозят, скажем, из одной церкви в другую. И я очень удивлен той музыкой, которую слушает современная молодежь. И потом пастор позже подходит ко мне и говорит: «Роман, мне нравится твоя музыка, и я бы хотел, чтобы наша молодежь слушала такого рода произведения вместо той музыки, которую они слушают в машинах». Хотя я очень люблю наше наследие, и я не знаю, если, может быть, кто-то из людей, когда из Краснодарского края и его корни, то я когда даже здесь, в Сакраменто, встречаю некоторых братьев и сестер из Краснодарского края, когда начинаю говорить о прошлом, и я говорю: «А вы помните дедушка хор?» Они говорят: «О, как не помним». То есть мой дедушка, который занимался пением в Краснодарском крае и сидел за это день.